Наконец-то, дорогие друзья, наконец-то случилось то, о чем мы вам так долго говорили. Вышло, родилось, появилось на свет наше очередное дитё под названием нейробелит. Замечательный природный фитокомплекс, который может все. На самом деле может все. И когда мы с женой Татьяной Владимировной Картавенко думали, какой же образ мы можем прикрепить этому нашему новому детищу, если доктор Желчь, это у нас искусный минер, сапер, который разминирует в вашем организме минные поля, которые, ну, сложилось таким образом, что минные поля это ваши болезни, то что можно, какой образ можно приклеить этому на самом деле замечательному суперпрепарату? И мы поняли, что это доктор Моисей. Помните знаменитый «Гоу, гоу»? Господи, не дай, дай моему народу пройти. Так вот, ровно с таким же настроением мы представляем вам этот замечательный препарат. Почему? Потому что на самом деле, как Моисей водил 40 лет по пустыне своих несчастных евреев, для того, чтобы они освободились от грехов, от привычек, от болезней, египетских ночей. Но у нас нету с вами 40 лет. Для того, чтобы мы вас сделали молодыми, красивыми, счастливыми, не болеющими. Поэтому мы вам предлагаем доктор Мозес, доктор Нейробелит, который вместе с доктором Желчь, на самом деле они могут все. Замечательный препарат по своему действию, направленный на поддержание мозговой активности, для поддержания молодости органов чувств, для поддержания зрительных образов, для поддержания в лучшем смысле этого слова нашего скелета, наших мышц, нашего тела. Одним словом, нейробелит появился и замечательными уже семимильными шагами начал идти по нашей замечательной планете. А вместе с комплексом доктор Желчь, они творят чудеса в 2-3 раза активнее. Нами придумана новая фитоформула 4-2. 4 капсулы доктор Желчь и 2 капсулы нейробелида. Один раз в день достаточно для того, чтобы просто с утра привести свои мысли и свои чувства, настроение в порядок. А если вы страдаете артериальным давлением, если у вас проблемы с суставами, если у вас проблемы с желчевыводящей системой, и проблем куча, то для каждого из вас будет разработана индивидуальная схема приема этих замечательных наших деток. А теперь еще один маленький секрет. Секрет супа здоровья от великого доктора Парацельса, которым мы конкретно будем рассказывать об этом супе в воскресенье, вот в это воскресенье, которое придет, на котором мы подробно остановимся на новых свойствах нейробелита и расскажем вам о супе Парацельса. Так вот, знаете, дорогие друзья, что одна капсула нейробелита заменяет 5 таких банок супа Парацельса. Это не должно вас лишать удовольствия просто вкусить прелести супа Парацельса. Но с точки зрения современности, с точки зрения нашего времени проживания, представьте, сколько времени мы должны потратить для того, чтобы есть этот суп. А здесь достаточно несколько капсул нейробелита, несколько капсул доктор Желчь, и все в порядке. И тогда суп Парацельса, как говорят молодые люди нынче, просто зайдет в вас как замечательное, вкусное гастрономическое блюдо. Помните о том, что мы, доктора, профессора Картавенко, есть у вас, есть в вашей жизни. Поэтому приходите обязательно на наш воскресный вебинар 31 октября, на котором мы подробнейшим образом остановимся на новых видах противоковидного, противовирусного, противобактериального оружия. И ссылка где? Ссылка под этим видео. До свидания, милый город, с огоньками на весу. Пока. Let my people...